Я сейчас умру. Ну, они замазывают лица. Ну, скульптурники. Я так понимаю, что это типа местный род разведки. Ну, атлетики. Похоже на грубую поддержку, простите. Ну, я говорю, черлидеры. Сейчас, вот сейчас будет драка. Постановочная. Ну да. Раз. Это вот вот эти полоски меня убивают на лицах. Что они делают-то? Это что у них группа захват, что ли? Крапин, не завалишься. Ну вот я тоже. Типа спать. Это же бег, это армия, здесь нет логики. О, о. Пирамидка. Ну давай, давай, родной, родной, ползи, 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 молодец, 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 вот залез, ну молодец, только не упади, я тебя умоляю. Вот так и сложно, вот так и на войну, танки я тебе ваши. Жар, мне нет логики. Ребята, впереди пол, мы не встаем, я же эти рукуля. Точно. Эх, диверсанты, блин. О, смотри, сейчас дальше будут. А, это собаки. О, кинолог, кинолог, иди сюда, кинолог. Кинологи. Ну, типа того. Слегка разные животные. Большинство современных теорий доказывает то, что собака вообще не происходила ни от волка, ни от шакала, ни от гиены. Ага. А лис является дальним родственником. Он должен быть из прейти, а лис. Угу. Что-то он худенький, по-моему. У тебя нет такого впечатления? Худенький, конечно. Худоват. Жар. И маленький очень. Да, маленький. Ну, вообще малыш. Малыш совсем, да, мелкий. Во старик, кажется. И что-то ему явно не хочется бежать. Ластарик. Да, ты смотри, лавочка как. Хен. Так, ну это матерый. Ну, вот так. Он там, по-моему, подписан, нет? Опа. Ну, скользко, бедный. Молодец, вот так.
Молодец. Вот так. О, выбор. Выборка. Так, что они туда клали? А это взрывчатый или там хаотический? Нашел? А, сел, все, сел. Молодец, молодец, Лапчик. А собаки понимают аплодисменты? А? Собаки понимают аплодисменты? Не уверен. Это просто новых подлов. На всю роту выдали. Побежали, побежали. Побежал. Ах ты лапа. Ах, лапа. Девочка. С первым барьером, конечно, хорошо посмотрел. Нет. Да, у нас покрутки. Собаки вообще не мотивированы, говорят. Да, нет, холодно. Резко же похолодал. Бедные собаки. Ну, собаки не разыграны. Верхние нет. Верхние нет. Нет, собаки. А? Мотивированные собаки. Не, ну я про пограничные собаки. О, перестраивается. Так. Одного линейная дистанция. Ну-ка. Вот. Я думал, у нас эскрецов уже в армии не осталось. Счет!
Молодцы, строевые, молодцы. Вот тут не стыдно показывать, молодцы. Хорошо пошли.